Это Меркурий 2 августа 2010 года поднимается на горизонте над Харьковом, ну и над проводами. Это горизонтальная линия, просто провода очень хорошо видны, относительные провода вокруг быстро по небосводу Марс. Марс, Меркурий перемещается. Наконец-то мы его поймали, третий дубль это уже. На разных настройках я поснимал светочувствительности Меркурия, пока есть возможность. А то даже сегодня вот эти облачка пытались от нас его скрыть. К счастью, неудачно в этот раз. Очень я доволен, что наконец-то нашел Меркурия и зафиксировал его. Все мягкое, шатается, проваливается, ну, уж как есть. Красавец. Чудократно, не знаю, я так долго на него охотился, на этот Меркурий. И наконец-то вот снял. 125-кратное увеличение оптическое. Сейчас для сравнения на Венеру посмотрим. Вот она, красавица. Как правильно заметил мне в комментариях Лопес. Единственная планета женского рода. Ну, помимо Земли, конечно. Из снимаемых Земли. Упс. Слишком резко приблизились. Так, а ну-ка я в стороночку отойду просто. Куда Венера? Вверх еще поднимается, правильно? Ну еще как вверх, он по диагонали практически экрана пересекает. Ну, засветка есть, конечно, это все сияние. Можно посмотреть предыдущие дубли. Там окружающие обстановки незаметны, но зато меньше засвечена Венера, меньше засвечен Меркурий, лучше видно фазу Венеры, лучше видно фазу Меркурия. Ну что, уже 5:00 утра. Будем это все выкладывать в YouTube.